Так, всем подписчикам привет. Сегодня очередная у нас посылочка. Заказал, значит, такие зеркала для своей шестерки с Москвы. Значит, не оригинальные, новодельные, значит. Оригинальные дорогие. Там около 5000 стоит одно зеркало. Ну, решил пока поставить такие. Поэтому у меня стояли вот такие простые зеркала, черные. В принципе, смотрятся они нормально. А только стояли с левой стороны. С правой стороны там не было отверстия. Буду его менять на хром. С правой стороны, значит, ничего нет у меня. Или сверлить, не знаю, или буду сверлить, или так оставлю, потому что ездить с одним зеркалом неудобно. В принципе, меня, конечно, и старое устраивало. Он у меня вид, так сказать, нормальный. Главное, он свою функцию выполняет. Итак, вот наша посылочка. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим. Значит, вес посылки 655 грамм. Вышло у меня на 850 рублей. Но это чисто посылка. Плюс там почтовые услуги. Около 1000 рублей где-то вышло. Ну, в принципе, черные зеркала меня устраивали. Но я решил более-менее обновить зеркала. Так как эти смотрятся немного получше. И, так сказать, покрасивее. Сейчас вскроем посылочку, посмотрим. Ну что, вскрываем посылку, досмотрим наши зеркала. Дошла она где-то 5 дней. Да, 5 дней где-то шла она с Москвы. Вот 18 числа отправили. Сегодня 25. Итак, что мы тут видим? Какие-то наклеечки мне отправили. Вот такие вот. Это у нас что такое? Это визитка. Визитка. Ну, это, видимо, у кого я заказывал. Так. Так, что это у нас? Здесь у нас такие шурупы. В комплекте. Две пластиковые вот такие вот заглушки. Ну и сами зеркала. Вот в таком они. В хроме. Не знаю, пластиковые, не знаю, металлические. Но, по-моему, ножка металлическая. А вот это вот, по-моему, пластиковая. Ну, сразу скажу, это не оригинал. Потому что оригинальный ставить дорого. И второе зеркало. Сейчас мы его выглядим, посмотрим. В принципе, вот так вот они выглядят. Второе тоже отогнем. Не знаю, конечно, надолго они им не хватит. Но говорят, типа, обработать надо лаком, чтобы коррозия не пошла. Да, кстати, проверил магнитом. Вы знаете, вот эта часть металлическая, а вот это вот идет, в принципе, алюминий вроде или что там, не знаю, какой-то сплав, он не берет, а нижняя часть вообще магнитом не берет. Получается вот эта пластмасса и еще какой-то сплав. Ну, в принципе, можно было оставить черное зеркало, но, блин, да оно какое-то скучное, черное. Вот эти зеркала смотрятся как более-менее интересно. Ну, эти зеркала буду ставить в другой раз. Потому что сейчас смысла их ставить нет. Если так, можно просто прикинуть, посмотреть. Да, ну вот, в принципе, вот так они будут смотреться. Ну, а с правой стороны я еще не знаю, буду сверлить, не буду сверлить под правое зеркало. Конечно, хотелось бы, чтобы было справа тоже зеркало, так сказать. Так и удобнее с гаража выезжать и вообще на дороге. Ну. Так что пишите в комментариях, стоит ли поставить правое зеркало. Ну, в принципе, вот такое получилось видео. Вот такая вот небольшая посылка. Так сказать, еще один такой плюс к машине для ее вида. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.